Дает мне бюллетень, отдает. Прошу, вот ручка. Пройдите. Кабиночка. Фантастика. Опустите. И не будь у меня же по автомату срабатывать, потому что путают. Часто, да. Вообще-то я не Кирилл, я Виктор Кириллович. И она в этот момент впадает в ступор. И я говорю, ну вы... Она смотрит в эту книгу и действительно находит меня. И там говорит, ой, у меня тут стоит пометка, что вы уже переоткрепились в московскую школу. Значит, там как 69-й избирательный участок. Там проголосуете. Тогда извините, вам здесь делать нехрен. Пошли вон. То есть, если бы я взял бюллетень, ты бы совершенно не напрягаясь. Я бы поставил гайку, проголосовал бы, взял с собой, не, устроил бы скандал страшный, там, не знаю, как все что угодно могло быть. Мог бы, а вообще мог бы проголосовать, потом приехать в Москву и проголосовать еще раз. Это к вопросу о том, как один человек, вообще какой уровень контрольно, какой-то есть наблюдатель некий на этом участке был, он сидел в конце коридора, в каком-то помещении, какой-то несчастный пенс, я специально сходил на него, посмотрел, сидел там, пил чай и ел печенье. Ну, какой, ну, нет, при этом правонарушение числилось бы, я хочу напомнить, за тобой. И за ней тоже. Нет, и за ней тоже. То есть для тетки это был бы конец карьеры, я говорю, вы понимаете, если бы я сейчас взял эту историю и вот сделал бы вот так, то я бы заплатил штраф и мог бы получить уголовку, а вы бы, на ваша бы карьера на этом закончилась, откровенно говоря, потому что вы совершаете преступление. А я понимаю, что, наверное, она это сделала неумышленно, но просто при вот всей этой мототе, понимаешь, когда они даже не смотрят, кто пришел, вот такой уровень контроля, так сказать, ну, вот такая ситуация, это раз. И, короче говоря, в общем, ну, я уже свалил, думаю, ладно, проголосую 4-го в Москве. Что-то происходит. Следующее утро. Я встаю. У меня рядом маленький двор. Я же. Хожу на улицу, сходить за кофе, взять сырнички. Иду через дворик. Ну что ты думаешь? Стоит маленький столик, такой крошечный, деревянный. Два раскладных стульчика. Там сидят какие-то совершенно безумные тетки. И говорят, о, и у них стоит коробка реально из-под телевизора. Ну, с таким такого у нее... Боковина вырезана, вместо нее пластиковая, прозрачная, вставлена такая вставочка, значит, прорезь сделана. Это не хотите, они говорят, не хотите ли мне, ну да, их много в интернете таких, это как бы такие урны, видимо, урн не хватает на все, нормально, какие им должны быть. Не хотите ли вы проголосовать? Ну, я достал телефон, говорю, вы знаете, что я не хочу участвовать в этой профанации, оно для меня имеет низкую легитимность с точки зрения закона и вообще, и вот удивительным образом, я говорю, а вы-то сами, вот мне